Ежедневный обзор рынка от компании FX4Trader с Евгением Каташовым. Так, друзья, всем привет. Какой у нас сегодня 3 июля, у меня 7.30. Короткий экспресс-обзор без всяких нравоучений. Просто пробежимся по инструментам, посмотрим, что происходит. По тенденциям маржинальным: евро-шорт, фунт-шорт, ауди-лонг, новозел-шорт, иена-лонг, канада-разнонаправленность, чиф-лонг, золото-разнонаправленность, серебро-шорт, нефть-лонг. Так, S&P у нас разнонаправленность. Интересный момент по NASDAQ-лонг. Да, ну понятно, вот этот паттерн мы не могли расторговать. Закреп выше данной зоны 1.2 был только сегодня. Подробнее потом разберем. Но, в общем, тенденция сегодня только лонг и разнонаправленность у нас по Dow Jones. Погнали, поищем точки входа. Так, начинаем с евро. Здесь глобально ничего не поменялось. Техслом официально ждем. Эта идея тоже не реализовалась. Ждем проявления инициативы с закрепом либо выше 1.2, либо уходом ниже 0.6692. Сильно не акцентируем внимание на евро. По фунту то же самое. Официально ждем, сильно не акцентируем внимание, либо закреп выше 1.2 или хотя бы 1.4. Хотя 1.4 тут ничего не даст, тут только 1.2, по идее, нужно ждать. Либо уход ниже, чем минимум, и тогда работаем. Ауди. Вот здесь можно поработать. Ну, вернее, первая идея вчерашнего дня. Кто зашел, сидим. До тейка не очень далеко. Да? Кто залез, по идее, вчерашнего дня, рекомендация удерживать открытую позицию. Новые идеи. Если, опять же, будет откат к зоне 1.4 и к объемам, от объемчиков вновь можно зайти в позицию. Стопик вот за этот минимум 22 пункта. Первый тейк 38, второй тейк 75, третий тейк там порядка 140 пунктов. Если здесь идет сделка, давайте глянем толпу. В динамике ничего не происходит. Вероятность отката есть. Обращаем внимание на вот эти стопики. Есть и прибыльные. Ну, то есть по ауди две рекомендации. Держим ранее открытую. И новые идеи тоже от депо к точке входа 66.56. Новозел. Здесь. Ну, вот мы близки к формированию вот этой первой идейки. Да, у нас депо, в принципе, сместился. Максимум есть. Ну, обновление максимумов, уход ниже минимума сегодняшнего дня, откат, вход в позицию на продажу. Либо чуть повыше может быть паттерн у нас с тестом зоны золотая 1.4. Недостатки. Смотрим. Удержание недельной зоны. Так у нас эта зонка и держится. Здесь подошли, здесь не было нигде закрепа. И здесь мы вернулись в эту зону, риски сокращаем. Больше недостатков нет. При хорошем паттерне 0.5 риска можно поработать. Если ищем точку входа, обязаны посмотреть данные по толпе. И видим, тут у нас стопики за вот этими максимумами. Если мы их соберем, и у нас будет тест золотой 1.4, и мы уйдем ниже, вот это будет, наверное, самое актуальное. Вот такая все-таки идея, да, потому что здесь лимиточки, и мы сможем поставить свой стоп за максимум. Если лимитки исчезнут, стоп двигаем ближе, соотношение чуть-чуть улучшится. Ну, давайте, то есть вот так у нас выглядит основная идея по новозелу. Тоже работаем, риск 0.5, неплохо. Японская иена. Совсем чуть-чуть мы обновили биржевые максимумы, но идея остается. Да? Если работать, то работать вот от золотой 1.4. У нас именно здесь объемчики максимальные, хотя и вот тут тоже есть неплохо. В общем, четвертинка золотая 1.4. Входим в лонг. Проблема с опционами, проблема с удержанием недельной зоны. Здесь 0.25 риск. Опять же, если ищем точку входа, смотрим толпу. Здесь ничего, чтобы нам мешало зайти в позицию, нет по толпе. Риски не сокращаем, 0.25. Канада. Немного меняем идею. Здесь обязательно тест-зона 1.2. Неплохо упал депок. Здесь депок контракта. То есть если мы тестируем 1.2, учитывая внутридневную тенденцию, 36.604, далее уходим вверх на обновление максимума сегодняшнего дня. Желательно обновить вот этот вот максимум, который у нас вчера был. Смотрите, как мы классно ударились в объемчики и нарисовали какую-то точку. Ну, в общем, уход выше и на откате входим в позицию на покупку. По недостаткам информации нет. И, в принципе, все. 0.5 риск актуален. Смотрим данные по толпе, набор покупателей. Но, опять же, это нормально на вот этом падении. То есть либо 0.25, либо 0.5 работаем по Канаде. Швейцарский франк. Здесь у нас лонг максимум новый. Объемы на золотой 1.4.
По поку у нас, ну понятно, будем искать момент входа позиции. Короче, между 1/4 золотой, вот этими объемами, и 1/2 ищем точку входа. Отсутствие информации удержания недельной зоны, уже риск максимальный 0.25. Вход от депок, стоп за минимум, цель 90.527, 91.661, 92.899, 0.25 риск максимальный, учитывая ликвидность данной пары, можно и 0.1 поработать. Нефть. Касание было по нефти, по биржевым данным, и кто залез в позицию, уже как бы сидим, но официально как бы точки входа-то еще не было. То есть касание было, но мы не ушли ни выше по коррекции, ни выше объемов последних импульсов. Поэтому ждем ухода выше, может быть что-то подобное, соотношение не самое лучшее, риски здесь рекомендую минимальные брать, так как у нас, так, нет, недельку мы не удержали. Но все-таки, вот смотрите, очень высоковолатильный паттерн. Ну, 0.1, 0.25 – это прям самый максимум цели. 83, 812, 85, 072 и 88, 372. Так, далее идем. Золото. Ничего не делаем. Разноправленность. Ждем. Серебро. Официально нужно ждать закрепа выше 1/2. Очень слабую сделку, минимальным риском. Видите, как мы на пок контракта пляшем. Если мы все-таки уходим ниже этого пок, то самым маленьким риском можно зайти в позицию на продажу. Опять же, при повторном тестировании этого ПОК, но снизу должны подойти к нему. Тогда 0.1 риск цели 28.592, 27.467, 26.317. Медь. Ждем проявления инициативы, желательно покупателей. И на откате потом будем искать точку входа на покупку. Пока вне рынка. S&P. Ничего не делаем. Слабая внутридневная, мешает работать по среднесроку. И вот тут у нас появилась как бы идейка. Значит, смотрите. Ну, понятно, если вот здесь заходили в продажу, это стоп. Далее. Вот тут мы закрылись выше 1/2. И как бы вот этот диапазон выгодных цен у нас только сегодня отрисовался. И как бы вот он-то паттерн был. Да, но вчера мы не могли зайти в позицию. Я бы здесь ждал ухода наверх и поработать из нового диапазона выгодных цен вот такую формацию. Цель будет новый максимум и 2-недельных контрольных зоны. Неплохая идея, на NASDAQ акцентируем сегодня внимание. Dow Jones, не делаем ничего. Рубль, ну никаких продаж. Я бы ждал ухода выше вот этих максимумов и на откате потом работал в лонг. То есть вот что-то подобное. Уйти вот сюда и вот здесь, потом искать точку входа на покупку. Вот тут, по паттерну. Далее смотрим, что у нас. Мексиканец. Как странно, тут поки, да, у нас плавает. Ну, вообще, можно зайти в позицию с текущих. Минимумы с учетом форварда вроде бы обновили, перебили. Можно с текущих заходить. Стоп рекомендовал бы максимально безопасный поставить вот сюда. Ну и тейки минимумы 2-недельных контрольных зон. И по газу никаких покупок, только продажа. Все, на этом как бы заканчиваю. Всем поменьше стопов, максимум прибыли и профита. С вами был Евгений Каташов. Всем пока-пока.